Плюс 2 это, конечно, комфортно. Как часто говорят, да, теплая ванна для Слоуна. Но насколько она теплая? Вот момент, когда можно сделать похолоднее. И это делает Макеев! Ну что же, где-то он уже, по-моему, дубль оформил. А вот теперь он... Опять забивает. Слоун — это его команда. Великолепно разобрался с вратарем Алексей Макеев. 1-2. Быстрая шайба достаточно. Витязи меньше 2 минут потребовалось со старта третьего периода хозяевам. И ошибается защитник. И идет Макеев на Штепаныка. И забивает. Но здесь, конечно, позиционная ошибка. Грубейшая ошибка защитника братиславской команды. Убирать шайбу под себя, когда тебя прессингуют там у синей линии. Практически в своей зоне. Но это просто нельзя делать ни в коем случае.